Первое место не предел для ленчанина Владислава Пожидаева, водителя «Алмаздор-транса». Дважды победитель чемпионата «Лучший по профессии Алроса» покорил зрителей и жюри виртуозным мастерством вождения КамАЗа. На предстоящих соревнованиях опытный игрок предстанет куратором направления. Сегодня, пока водители «Алроса» повторяют теорию и оттачивают практические навыки, Владислав дает им наставления. Терпение. Надо очень много терпения, потому что очень волнующее все это. Очень много стресса вызывает. Если есть терпение и сдержанность, то велики шансы. В этом году водители, участники чемпионата, встретятся 13 июня в ДК «Алмаз» на теоретическом этапе, а 15 числа профессионалы ждут поддержки зрителей. Практическая часть одной из самых зрелищных компетенций пройдет на полигоне МРТК с 11 до 15 часов. Для тех, кто не имеет возможности приехать на площадку, «Алмазный край» проведет онлайн-трансляцию.